Издание «Верстка» опубликовало материал со списком запрещенных артистов в России. Якобы в начале сентября среди российских рекламных агентств и компаний по организации мероприятий распространили новый список запрещенных артистов. В стоп-листе 79 позиций. Сольные исполнители, музыкальные группы, комики, тиктокеры. Что интересно, в этом списке нет Максима Галкина и Пугачевой, нет Би-2 и Макаревича, нет Слепакова и Гребенщикова. Зато есть группа «Звери», которая с начала войны выступала там с антивоенными позициями, а потом взяла шапочку, переодела и поехала на Донбасс перед солдатиками выступать, поддерживать так называемую СВО. Это же касается и группы «Комсомольск», которая тоже повторила тот же путь, правда, еще и в конце распалась. И забавно в этом списке видеть Джигана, уроженца Одессы, российского рэпера, он там стал бы популярен благодаря Тимати и так далее, который молчит о войне. И более того, значит, он ходил на выборы Путина и там на камеру все это выкладывал, за кого он голосует, как он любит, все там вот это вот, как он высмеивал уехавших из России, там всякие картинки выкладывал, но при этом тоже попал в списки запрещенных. Вот такая ирония судьбы. Ну и еще забавно, что в этом списке присутствуют Металлика, Лана Дель Рей и Бейонсе. Ну, им, конечно, вот сложнее всего. Не смогут по Золотому кольцу России теперь проехаться. По поводу запретов. Конечно, они запрещают все, что может бросить тень на так называемую специальную военную операцию. И организацию тоже. А почему там нет Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Андрея Макаревича, Лайны Вайкули и так далее? Би-2. Ну, с этими людьми все понятно. Никто в здравом уме из концертных площадок не возьмет этих людей на концерты. Но самое главное то, что эти люди никогда при действующем режиме не будут давать концерты в России. Это понятно. Что касается остальных, в том числе тех, кого вы назвали, ну, значит, какая-то минимальная или максимальная опасность. Кроме того, есть чисто другой момент, когда артисту говорят, ты давай подпиши письмо в поддержку курса Владимира Владимировича Путина, ты давай выступи на таком мероприятии, где собираются герои СВО, ты давай скажи в своем инстаграме, что ты поддерживаешь и так далее. И люди говорят, или робко говорят «нет», или, ну, соскакивают с этой темы. А, ты не хочешь поддержать свою страну? Ну, тогда ты не будешь проводить в России концерты. Ты бери пример с таких, как Долина, Успенская, Лепс, Шаман. Бери пример с них. А, не хочешь брать пример? Смотри, они, видишь, Газманов, смотри, как они зарабатывают. Видишь, как они зарабатывают? Не хочешь так? Не будешь зарабатывать. В тюрьму мы тебя не садим, не расстреливаем. Пока. Пока. Можешь даже за границу уехать, не будем этому препятствовать, будем только рады. Если такое говно, как ты, уедет за границу. Но концерты давать, извините. Боже, вы знаете, вообще, все это идолопоклонничество перед властью и перед войной, оно с людьми все равно, если можно этих чертей назвать людьми, оно все равно с ними играет злую шутку. Я недавно посмотрел Лепса в Инстаграме, мне прислали Лепс на каком-то концерте в хламину, в дымину пьяный или накачанный наркотиками. Незаправленная рубашка в брюки, еле стоит на ногах, чуть не упал, верзет что попало. Опустившийся такой, опустившийся артист. И вы знаете, это плата, это расплата за грехи. Он платит уже по счетам, счета приходят. Ко всем, кто поддержал войну, кто поддержал убийство украинцев, мирных украинцев, кто прекрасно все понимая, занял такую позицию, к ним всем придет карма. Посмотрите на эту... Николас. А? Николас, да. Николас? Николас, конечно. А что, есть другой? Карма. Посмотрите на эту Чичерину. С этим выжженным ртом от наркотиков. К
которая, по-моему, вообще в бессознательном состоянии находится перманентно. Посмотрите на нее. Она же когда-то певицей была, она когда-то пела песни неплохие. Это расплата. То, что с ней происходит, высохшая, как вобла, русская фашистка. Расплата настигает всех. Кара настигнет всех. Называйте, как хотите. Божья кара, людская кара, карма, как угодно. Расплата, как угодно. За всеми придут. И всех спросят. Ты почему поддерживал убийство украинцев, которые защищали свою землю? Ты почему призывал к убийству? Ты почему хихикал? Ты почему поддерживал все это? Ко всем придут. Да, вы правы. На Чичерину смотреть не то, что противно просто, отвратительно это зрелище. Отвратительно. Как в этом, помните, отвратительная рожа. Ну, им надо, да, им надо петь дуэтом с Лепсом, а при этом сопровождать это все титрами. Смотрите, что будет с теми, кто поддерживает войну против Украины. Все. Вот да, показать Лепса и Чичерину. Я помню, она молоденькая совсем приезжала в Киев, выступала в парке Шевченко, без особой там звездной болезни, с любовью к киевлянам, к Украине, все рассказывает. Ну, вот, не, они делают свой выбор. Смотрите, они делают свой выбор. Они делятся на три категории. Я уже когда-то об этом говорил, эти артисты русские. Первые – это оголтелые фашисты, типа Машкова, Охлобыстина, Чичерина, Долина, это уже высохший тоже от злости Мержав из Одессы. Это первая категория – оголтелые фашисты. Вторая категория – это люди, которые не приняли этого, которым западло поддерживать это, которым западло делать вид, что ничего не происходит. Они уехали, они ушли во внутреннюю миграцию, они прекратили концерты. И третья категория – это люди, которые надеются пропетлять. Они прекрасно, такие как Ургант, например, они прекрасно понимают, что происходит. Они в душе ненавидят все это. Но страх, желание заработать, страх, мыслишка эта гаденькая, да как-то все образуется, да как-то все будет. Ну, а что, украинцы тоже могли бы не допустить войны, могли бы договориться, да, дали бы что-то. Ну, они ж буром поперли. Ну, как-то оно все пройдет. Я знаю эту категорию людей хорошо. Вот. Счастья нет у первой и третьей категории. Счастье есть у тех, кто осудил, уехал, кто не испортил себе некролог, кто остался чистым, незапятнанным, справедливым. Счастье в справедливости, счастье вот именно в позиции, когда ты можешь встать в полный рост и сказать: мне глубоко отвратительно то, что происходит. Это преступление. Я против этого. Вот те, кто нашли в себе силы это сделать, это великие люди. И Украина помнит каждого из них. И я уверен, что Украина каждому из них воздаст добром за позицию, за то, что эти люди для Украины сделали вот за эти годы. Спасибо большое, Дмитрий. Идем дальше. Следующее интересный блок. Бывший уже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает реальным сценарий, при котором Украина становится членом Альянса, но не все ее территории деоккупированы. Цитата. «Всегда очень опасно сравнивать, потому что никакие параллели не являются на 100% правильными. Но Соединенные Штаты имеют гарантии безопасности для Японии, но они не распространяются на Курильские острова, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией», привел он пример. Другим примером, который привел Столтенберг, была Западная Германия, которая рассматривала Восточную Германию как часть Большой Германии. У них не было посольства в Восточном Берлине, но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию, сказал Столтенберг. Но он еще привел третий пример Финляндии, которая потеряла 10% территории, но сумела отстоять свою независимость за счет нейтрального статуса. Отползла. Вы знаете, Василий, меня потрясло интервью Столтенберга. Я давно не употреблял такого слова «потрясло», но это интервью меня потрясло. Я советую всем найти на
телеграм-канале Дмитрий Гордон выжимки этого интервью, если хотите полностью прочитать, это есть в интернете. Йенс Столтенберг, человек, который 10 лет руководил НАТО, это ничего себе, который до этого был премьер-министром Норвегии, одной из самых богатых стран мира. Йенс Столтенберг, чей отец был министром обороны Норвегии, это серьезнейшая семья. Что меня потрясло? Первое. Йенс Столтенберг, будучи премьер-министром Норвегии, 10 лет в одно и то же время встречался с представителями КГБ в советское время. Вы слышите, 10 лет. Я делаю паузу, потому что я постоянно говорю о том, что не только Украина или Грузия или там Латвия пронизаны русской, российской агентурой, но и все цивилизованные и нецивилизованные страны мира пронизаны КГБшно, ФСБшно, ГРУшной агентурой долгие годы. И, кстати говоря, легендарный борец с мафией и организованной преступностью, герой Украины, генерал СБУ Григорий Омельченко, Григорий Емельянович Омельченко на этой неделе, а именно в четверг, то есть позапозавчера, у меня в интервью сделал то, чего не делали до него, но на моей памяти никто из государственных лиц. Григорий Омельченко начал называть поименно агентуру КГБ и ФСБ среди высших должностных лиц Украины. И он назвал страшные фамилии, которые... Я знал все эти фамилии, но они повергают в ужас и в шок украинцев. Там и президенты, и премьер-министры, и главы администрации президента, и спикеры Верховной Рады, и председатели службы безопасности Украины. Потому что я еще раньше в интервью Даши Счастливой сказал официально, что у нас было 14 председателей СБУ. 14 за всю историю, за все 33 года независимой Украины. И я заявил официально, что 8 из 14 председателей СБУ являлись агентами Российской Федерации. Ну, даже некоторые не агентами, а частью Российской Федерации. Потому что вот у нас есть пример Андрея Деркача, например. Да? Андрей Деркач больше 20 лет был народным депутатом Украины. Человек, которого я хорошо знал. Он, значит, руководил энергоатомом. Вы понимаете, что такое энергоатом? Он имел медиа-империю, каналы «Эра», телевизионное радио «Эра», газеты и так далее. То есть этот человек был одним из самых влиятельных людей в Украине. Кроме того, он был сыном председателя СБУ Леонида Васильевича Деркача. И вот сейчас, когда у нас уже более 2,5 лет идет полномасштабная война, когда он исчез из Украины, Андрей Деркач, перед войной, как я понимаю, он вошел в новый Совет Федерации России от Астраханского региона, от Астраханской области. И я смотрю, в российских телеграм-каналах поднялся крик. Что происходит? Как это так? Человек, который более 20 лет занимал ключевые посты в Украине, становится, значит, сенатором, членом Совета Федерации России. Ну да, наверное, он за Россию был, наверное, оказывал какие-то услуги России. Но чтоб так, я хочу сказать, они не понимают главного. И у нас не понимают главного. Андрей Деркач не был агентом ФСБ. Он был ФСБ. Эти люди не агенты. Агенты – это те, кого вербуют. Агент это вот сегодня мы смотрим, значит, паренек хорошо учится в университете, как было всегда в Киевском университете в частности.
хорошо учится, умненький, подает надежды, может далеко пойти, ну давай привербуем его. Вот, давай будешь работать на КГБ или на ФСБ. И паренек начинает работать, а поскольку он способный, талантливый, его ведут. И потом он оказывается на ключевых постах, потому что эта мафия, она на ключевые посты в Украине, в частности, продвигала своих. В массе своей, не всех. Так вот, невдомек ни у нас, ни в России, что тот же Андрей Деркач, это никакой не агент ФСБ. Это часть ФСБ. И то, что он стал, значит, там сенатором, это просто человек, глубоко внедренный в Украину. Он находился в Украине в командировке. Он не в России в командировке, он в Украине выполнял задание командировочного от ФСБ, от России. Поэтому возвращаясь к Столтенбергу, возвращаюсь. Да, пожалуйста, и к нам. Это потрясающе, когда рассказывает человек, 10 лет руководивший НАТО и бывший премьер-министром одной из самых богатых стран мира, Норвегии, когда он рассказывает, как 10 лет он встречался постоянно с резидентами КГБ. Ну, я вам скажу, я расстроился. Да, он говорит, я с ними не работал, я даже пытался перевербовать их. Ну, а зачем встречался, тогда вопрос. А зачем с ними встречаться? Я никогда не встречаюсь с какими-то, и не встречался с агентами, с представителями КГБ, ФСБ, никогда. А зачем? Это как Познер мне в интервью, Владимир Владимирович Познер сказал, да, я вот встречался на конспиративной квартире, а зачем ты ходил на конспиративную квартиру с КГБистами? Вопрос. Я никогда не ходил на какие-то конспиративные квартиры, повторяю, ни с кем не встречался. Не поэтому зовут мне... вас, Дмитрий, вот и завидуете. Меня звали дважды. А, да? Это шутка была. Звали один раз в армии, второй раз после армии. Просто хотели со мной встретиться. Да, представитель КГБ, я печатался тогда во всех крупнейших газетах уже. Я пришел из советской армии, это был 90-й год. Со мной очень хотел встретиться. Я сказал, нет повода встречаться. Я не встретился даже. Зачем? Зачем? Вот, поэтому, возвращаясь к Столтенбергу, это первое, что меня потрясло. Второе, он озвучил то, что я слышу уже больше года. Я это сейчас скажу. Значит, он озвучил то, что гуляет среди истеблишмента и Соединенных Штатов, и Европы. Вот военного выхода нет. Говорят многие там. Мы не можем допустить военного поражения России. Можем ли мы, чтобы Россия проиграла, сделать что-то, чтобы Россия проиграла войну? Конечно, да. Если американцы и Запад, Европа дадут то, что надо нам завтра, ну, максимум 2 недели. Войне конец. Украина победит. Максимум 2 недели. Ну, вынесем все к чертовой бабушке, нечем воевать им будет. Они побегут. И это будет возвращение на границы 91 года, безусловное. Но Запад не готов к этому. Они говорят, мы не можем допустить военное поражение России, потому что а что будет с ядерным оружием? Так мы имеем дело с русскими, мы знаем, с кем иметь дело. У них все жестко централизовано, вертикализировано. Мы понимаем Путина, он понимает нас. Нам это удобно, цинично удобно. Поэтому мы не можем допустить военного поражения России, мы не можем допустить поражения Украины. Вот давайте-ка мы придумаем такой выход. Где стоит Россия? Проводим линию, плюс-минус. И говорим, мы не признаем оккупацию украинских территорий, мы принимаем оставшуюся территорию Украины, там 76, наверное, процентов, в НАТО, не размещаем ядерное оружие на территории вновь принятого члена НАТО Украины,
Снимаем, очевидно, санкции с русских. Не признаем все, торгуем с ними, но вот эта территория уходит в НАТО. При этом многие в Европе и в Америке не готовы к тому, чтобы принять Украину в НАТО. То есть вот эта тема ходит. Я ее слышу уже больше года от очень разных и высокопоставленных, в том числе чиновников западных. Но она на сегодняшний день не жизнеспособна, потому что я не представляю себе украинского президента, который подписал бы какой-то отказ от территории. Я не представляю себе украинский народ, который с этим может согласиться. Я это говорю западным нашим друзьям. В ответ на что я слышу? А ты что, хочешь довести до того, что русские станут под Днепром и под Запорожьем? Я говорю, я хочу, чтобы вы нам дали оружие побольше. Вот что я хочу. И того, что нужно. Короче говоря, подводя черту под интервью Столтенберга, которое очень интересно. Почитайте его, посмотрите. И нам надо понимать, что эта тема, которую он озвучил, она очень активна. Сейчас продвигается на Западе. Мы должны это знать, мы должны это понимать.